также за счет закупки нового подвижного состава произойдет обновление парка подвижного состава порядка 32%, что ведет к повышению привлекательности советского транспорта и качества транспортного обслуживания. Ну и что касается межмуниципального транспорта, то здесь дублирование высокого уровня сохраняется, поскольку в рамках данного варианта мы с межмуниципальным транспортом ничего сделать, к сожалению, не можем. По количеству маршрутов, по средним интервалам движения, можно, значит, такую информацию посмотреть, увидеть. В результате проработки всех этих вариантов были получены такие характеристики. Перспективные маршрутные сети, 42 маршрута предполагается. Из них без изменений относительно действующих это 23 маршрута и 18 маршрутов, у них изменяется трасса прохождения. Также в рамках второго и третьего варианта предложен один новый маршрут. По интервалам движения, ну, соответственно, да, времени ожидания транспортного остановки, средний интервал движения уменьшается по сравнению с существующим положением с 12 до 11 минут. Что касается второго варианта, ну, в перспективе с развитием этого варианта то время ожидания также снижается до 10 минут. По подвижному составу, в результате оптимизации маршрутной сети происходит изменение класса и количества используемого подвижного состава в пользу транспортных средств большей вместимости. Это 128 автобусов малого класса, 180 автобусов среднего класса, 11 большого и 212 троллейбусов. При этом отметим, что объем перевозок несколько снижается, с 92 тысяч до 87 тысяч человек в час. На сайте за рулем. Значит, как раз за счет перераспределения пассажиропотока на межмуниципальном маршруте. Но также можем отметить, что объем перевозок по троллейбусным маршрутам увеличивается на 26% по сравнению с существующим положением. На данном слайде представлены расчеты количества подвижного состава для варианта. Сможем увидеть, что относительно сегодняшнего количества транспорта 756 единиц происходит снижение по варианту 2 до 531 единицы. С последующим увеличением, работу провести с межмуниципальным транспортом до 50 единиц. По характеристикам сети также такой сравнительный слайд. По вариантам оптимизации, значит, по дублированию городских маршрутов, как я уже говорил, происходит во втором варианте снижение количества маршрутов. Плотность маршрутной сети также у нас по всем вариантам снижается по нормам показателей. По интервалу движения городских маршрутов, средний интервал для всех маршрутов, также относительно существующего положения происходит снижение до 10-11 минут. Увеличивается доля подвижного состава по большой вместимости. По суммарному объему перевозок, ну, конечно, здесь предпочтительно выглядит вариант один, но, как я уже говорил, он нас ориентировал на то, что у нас одновременно изменения городской и межмуниципальной сети, соответственно, тот пассажиропоток, который сейчас перевозится на межмуниципальных маршрутах, он даже на городские маршруты, и, соответственно, это произойдет это увеличение. Ну а по троллейбусным маршрутам также можем увидеть, что происходит увеличение объема перевозок относительно существующего положения. Также значит, нами были рассмотрены поступившие предложения и замечания жителей города, которые были переданы администрации после публикования проекта документов планирования перевозок. Значит, мы эти замечания проанализировали и объединили их в группу. Все вопросы, все замечания можно объединить в такие 6 групп. Все они связаны с обслуживанием различных районов города.
В целом, по обращениям, если рассматривать разрезы маршрутов, наибольшая озабоченность вызывает у жителей города закрытие маршрута 60-60К, порядка 34% всех обращений, и маршрут номер 48, порядка 11% всех обращений. Ну, сейчас попытаемся уже предвосхитить вопросы, может быть, уже ответим на какие-то вопросы по данным замечаниям, поступившим от вас. Как я уже говорил, разделили все вопросы от ВАКИ на 6 таких основополагающих групп. Ну, в данном случае вопросы касаемые обслуживания юго-западного района. Вот на данном слайде представлена новая маршрутная сеть, связывающая юго-западный район и микрорайон Чапаевский с остальными районами города. Напомню, что по данному району, да, по группам районов, по группам маршрутов, обслуживающих данный район, предполагается закрытие 48-го, 16-го, 37-го, 60-х маршрутов, 34-го, 45-го, 56-го. А вот в данном случае при закрытии этих маршрутов транспортная доступность юго-западного района с остальными районами города обеспечивается 15 маршрутами. Суммарная провозная способность данных маршрутов составляет порядка 9000 пассажиров в час. При необходимости 8000 пассажиров в час. То есть у нас еще остается некий резерв. И комфортная загрузка для пассажиров в пиковые часы. По производственному объединению завода Чапаева также были замечания по поводу закрытия 49-го маршрута. В данном случае у нас транспортная доступность этой остановки обеспечивается маршрутами номер 37, 33, 43, 45, это автобусные маршруты, и троллейбусные маршруты 11 и 17. Ну, также можно сказать, что суммарная провозная способность данных маршрутов составляет 4000 пассажиров в час в пиковый период, при том, что на сегодняшний момент те маршруты, которые приходят на эту остановку, их суммарная провозная способность составляет 3500 пассажиров в час. Ну, здесь, к сожалению, всю информацию представить сложно. Если будут вопросы, здесь мы можем уже потом детально все это рассказать. Также касаемо Южного района, были много обращений. Вот здесь на данном слайде представлена новая маршрутная сеть, связывающая районы с Ашмарина и Айсмана с районами города. По новой маршрутной сети данный район обслуживается 8 маршрутами. Это автобусные маршруты номер 20, 43, 45, 15, 44, 52, а также троллейбусным маршрутом номер 8. Ну, то есть также по начертанию маршрутов можно увидеть, что практически в любую часть города можно уехать без пересадок. Здесь также представлены основные характеристики маршрутов, которые обслуживают подробно сейчас не будем устанавливаться. Он знает, как по обслуживанию района улиц Геннадия и некоторые замечания. Вот здесь на данном слайде представлены маршруты, которые, собственно, обслуживают данную территорию. Здесь можно увидеть, что есть связи с центральной частью города, с северо-западной частью города, с южной частью города и с районом улицы Гладкова. Что касается района по улице Федора Гладкова, также были вопросы, связанные с тем, как ту или иную часть города добраться или наоборот из части города подъехать в больничный комплекс. Здесь представлено у нас 5 маршрутов, которые обслуживают непосредственно территорию по Федору Гладкову. Это маршруты номер 5, 33, 46, 30 и троллейбусный маршрут номер 21. То есть также можно увидеть, что основные жилые территории города имеют пересадочные связи с районом расположения больничных комплексов. Ну, в целом, наверное, все.
не больше вас утомлять. Давайте будем уже слушать ваши вопросы, пытаться отвечать. Секундочку, подождите. Время для вашего выступления будет. Сказали же вопрос. Соблюдайте, пожалуйста, регламент. Ничего, пусть говорит. Нет, народ, мы дадим время. Народа. Не тяните время. Мы дадим время для выступления. Народ дает вопрос. Слово. Руку поднимаем. Я понимаю. Регламент соблюдайте, я вам дам слово. Дам слово, дам время задать вопрос. Пожалуйста, я просил. Хорошо, спасибо. У нас поступило сначала 3 письменных вопроса, мы их озвучим. После этого вам дадим слово, хорошо? Вы обязательно свои вопросы зададите. Спасибо. По любому регламенту сначала вопросы, потом выступление. Значит, поступило 3 вопроса. Первый вопрос от Елены. Почему результаты работы института нигде не были опубликованы, где и как мы можем получить для изучения полную версию? Институт отвечает, институт дал работу заказчику управлению ЖКХ. И заказчик является, когда оплатит работу фонд, он будет являться ее собственником. Поэтому у нас в договоре так, что мы не имеем никому права работу отдавать, кроме заказчика, он имеет собственность. Поэтому результаты работы, вы дадите ответ, результаты работы вы можете официально запросить и получить у заказчика. Она не является секретной. Еще бы вопрос, уважаемый товарищ, вопрос не по зарплате ко мне. Я еще раз объясню, у меня в договоре четко оговорено. Я должен сдать работу заказчику и ее никому не отдавать. Но заказчик заплатит за собственника. Вы мне что предлагаете? Нарушить договор, раздать работу, что ли? Вот работу спрашивайте у заказчика. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Опять же вопрос не по зарплате. Надо было. Вы сейчас я не могу ответить. Надо было. Вопрос второй. Какие предложения были сделаны по указанию по удалению из городской сети 171-го муниципального маршрута? Какую работу в реализации предложений, в реализации этих предложений администрация уже выполнит выполнить? Насколько институт в курсе, значит, сейчас подготовлен конкурс на проведение работы по оптимизации межмуниципальной сети Интранс. Этот конкурс будет объявлен, я полагаю, такая работа будет проведена. И третий ваш вопрос. Я адресовал своим коллегам, там по конкретному маршруту они вам сейчас ответят. По первому вопросу вы можете сами ответить, господин Маклыкин. Люди хотят получить результаты. Люди хотят получить результат. Может быть, вы ответите, вы собственник, вы платили администрация из бюджетных денег. Скажите, пожалуйста, где может, вы можете получить? Значит, мы еще пока результаты работы не приняли. Значит, когда премию, мы этот вопрос рассмотрим. Давайте смотрите. Так, поступил вопрос от Елены. С каким обоснованием было принято решение утраты существующей маршрутной сети 56-й и 48-й маршрут? Значит, чтобы все просто представляли, маршрутная сеть вообще, она рассматривалась в комплексе. Нет такого понятия, что мы убираем какой-то определенный маршрут. Вообще, в классике, как говорится, надо взять все маршруты и перенать их совершенно по-другому. Первый, второй, третий. Тогда с ними работаем. Поэтому данные маршруты убирались на основании общем сочетании с остальными маршрутами, когда рассматривалась сеть. Ну, в качестве, если посмотреть 48-й маршрут, то 48-й маршрут проходит по улицам, являющимся опорной сетью городской улично-дорожной сети с большим количеством маршрутов городского пассажирского транспорта. Это улица Гражданская, в том числе 9 маршрутов, в том числе 2 троллейбусных. Улица Никольского, 9 маршрутов, в том числе 3 троллейбусных. Проспект Ивана Яковлева, 22 маршрута, в том числе 8 троллейбусных. Проспект Пятилеток, 7 маршрутов, в том числе 2 троллейбусных. Предлагается закрыть маршрут с целью снижения уровня дублирования на участках уличной дорожной сети, в том числе Московского проспекта, проспекта Мира и улицы Калинина.
а также в целях перераспределения пассажиропотоков на маршруты 37, 44, 52 и 45. В связи с закрытием данного маршрута прямая связь юго-западного и новоюжного районов улицы Кадыкова будет обеспечена маршрутами А5, М33 и М47. Что касается маршрута 56-го. Средняя величина пассажиров пассажиропотоке на маршруте составляет 156 пассажиров в час, что составляет около 44% от вместимости подвижного состава при оптимальном значении не менее 80%. При этом проведенный анализ существующих пассажиропотоков показывает, что относительно высокий уровень загрузки транспортных средств более 50% наблюдается в пиковые часы только на участках от остановок ДК «Салют» до остановок «Торговый комплекс Центральный». На остальном протяжении трассы маршрута транспортные средства осуществляют перевозку с малой загрузкой, менее 40%. Кроме того, трасса маршрута дублирует трассы ряда маршрутов, осуществляющих связь юго-западной части Московского района с Калининским районом. В частности, трасса маршрута М56 дублируют трассу троллейбусного маршрута Т-20 на 90%, а также трассы маршрутов М-46 и М-33 более чем на 50%. Реализация связи при закрытии маршрута 56-го осуществляется троллейбусом 20-м, автобусом А-5-м, М-33-м, М-46-м и М-47-м. Вопрос можно? Вопрос. Не надо попросить. Сейчас по 48-му маршруту, по 56-му маршруту сказали, что вы предлагаете ездить людям на троллейбусах. Но мы в своих выводах сделали следующий вывод, что более 90% троллейбусов уже отслужили свой вид. Троллейбусы не отапливают. Мы изучали исследовали городей осенью. Зимой троллейбусы ездить невозможно. Слушайте, а? Переживают, что им больше не
Ильичем будет ездить, чтобы единственный автобусный маршрут, который заходит, собственно, в микрорайоне. Однако, если внимательно посмотреть на наше предложение, в данный микрорайон предлагается изменить трассу движения маршрута номер 41 с интервалом движения 10 минут. Я же говорю, что микрорайон Соляной заводится в другой маршрут, который будет ходить раз в 10 минут. Так, спокойно. Присядьте, пожалуйста, захотите выступить. Вам еще раз говорят, да? Вам сейчас отвечают, но вас выслушайте, пожалуйста. Вам схему показывают. Спасибо. Давайте следующий. Юрий Алексеевич, вопрос один маленький, самый основной. Скажите, пожалуйста, этой организации сколько заплатили? Кто подписал этот договор? И третий вопрос. По 63-му маршруту, как вы сказали, два ключевых района города Сипатшары. Это поселок Альмешево и Северо-Западный район. Почему именно его закрывают? Я сам лично собрал 240 подписей за то, чтобы этот маршрут оставили. Сейчас по 63-му коллеге. Цена вопроса. И стоит ли ему вообще оплачивать за эту ненужную работу? Спокойно. Я отвечаю на вопрос. Сейчас, пока коллеги готовятся ответить на 63-й вопрос, ничего, тайны нет никакой, сумма контракта составляет 7 миллионов рублей. Значит, работа очень тяжело была проведена. Нет. Сумма контракта составляет. Деньги уже заплачены? А, нет. Или больным раком. Так, по 63-му маршруту проведенный анализ функционирования трассы 63-го маршрута показывает, что это очень протяженный маршрут, работающий на связи Альмешево с северо-западным районом. Сменность пассажиров на данном маршруте более 3. То есть на протяжении всей трассы машины, движение маршрута более раз осуществляется смена пассажиров. Это говорит о том, что маршрут не работает на своей прямой функциональности. По факту с Альмешево при проводной способности маршрута 285 пассажиров в час и при общей выездной потребности 1300 пассажиров в район северо-запада города едет не более 100 пассажиров. То есть эта связь, вот прямая связь, она менее востребована. Далее, в целях сокращения уровня дублирования предлагается закрыть маршрут. Трасса маршрута дублирует троллейбусный маршрут Т-18 на всем протяжении 100%. И значительно дублирует трассу маршрута Т-15 и автобусный маршрут 52 около 90%. Рекомендуется ставить на данном направлении маршрут Т-18 с большей проводной способностью 625 пассажиров в час и закрыть маршрут М-63 с меньшей проводной способностью 288 пассажиров в час. В связи с закрытием 63-го маршрута транспортная доступность жилого комплекса Альмешево на улице Айзмана обеспечивается маршрутами Т-18 с интервалом движения 12 минут. Маршрутом автобуса А2 большого класса с интервалом 8 минут. Маршрутом А20 автобусом среднего класса с интервалом 15 минут. Маршрутом А7 автобусом среднего класса с интервалом 12 минут.
Среднее время ожидания транспорта в пиковое время составит 5-10 минут. Спасибо. Следующий вопрос. Секунду, что ли? Сколько людей замешивают на северо-западе? Сотни! Да, давайте, задавайте вопрос. До мясокомбината предполагается изменение трассы до западного маршрута. Там будет сам опыт подходить. Так, секундочку. Вам ответили на вопрос. Следующий вопрос. Девушка, если вы выступить хотите, вы выступите чуть попозже. Хорошо, задайте вопросы. Так, секундочку, еще раз хватит. Хватит. Спокойно. Давайте вопросы задать. Спасибо. Спокойно, ребенка просто один, да, вы живете, 63 км. А люди как должны добираться? Нет, ногами? Нет, более 30 лет. Нет, более 30 лет кто-то наоборот, добирался прошу. До дома ногами. Понимаете? Две остановки с детьми. Я бы наоборот. Спасибо. Просто если мы на каждый вопрос будем тратить по 10 минут, то мы поедем. 20 минут, 30 минут слушали этого человека. Вот, уважаемый, почему? Королева сломался в поезде. Вот, стоять, я подохну. Там, значит, не выезжает. Вот, стоять, вот, стоять, стоять. Он момент планировал. Хорошо, мы рассмотрим их предложение. Следующий вопрос, пожалуйста. По поводу 63-го маршрута. Ни один автобус не дублирует 65-м. Как я должен с Садового микрорайона добираться до Калинина? Давайте, мы еще не закончили вопрос. Подожди, а? Лучше 50-30 со временем дорогу. Давайте сразу, если не знает город. Вы, давайте, вы перебивайте. Значит, вы подойдите, пожалуйста. Вы сейчас всем хватит времени. Не надо здесь толпы, но спокойно. Давайте, каждый по очереди. Пишем ответ. Находите люди. Интернет. Интернет. Как должны жители микрорайона Садовое добираться до Трубинский город? Ни одна маршрутка, когда голодный вариант, как пересадочный пункт. Ни одна маршрутка, если дублируешься опять, забыли его ходить в армию. А как? У меня супруга каждый день
ваш вопрос пишет. Можешь задать вопрос? Заслуженный работник культуры Печенин Юрий Викторович. Задам вопрос. Подобные проекты сначала публикуют в печати. Порядок такой, да? Рассматриваются в комитетах, комиссиях, пишутся рецензии, мнения специалистов, и потом вносятся на общественные слушания. Почему вы сломали этот порядок? Чтобы вот этот шум организовать? Нет, наоборот. Наоборот. Специально для вас поясняем порядок. Специально для вас поясняем порядок, который прописан в законе. Мы, как организаторы пассажирских перевозок, заказываем исследования, которые ложатся в основу принятия документа планирования, который принимается постановлением администрации города Чебоксары. Для этого проводится оценка регулирующего воздействия, что и было произведено на официальном сайте, был проект документа планирования выложен, собраны замечания, отправлены разработчиками. По итогам мы сейчас здесь собрались для того, чтобы это обсудить. Спасибо. Следующий вопрос. Район Садовый. Секундочку. Давайте самовой там микрофон. Я слово буду давать, вы задавайте, да. Вот давайте, хорошо, задавайте. Спасибо. А так сейчас я прошу. В Штатах были резервации для индейцев, в Германии были гетто еврейские. Если 65-й отцепят, отключат, уберут, у нас ни одной торговой точки еще будет движение. Все. Садовый гетто. Движение не прикроют. Коллеги вам показывали на схемах, что там маршруты будут работать. Спасибо. Они не знают, где это находится. Давай. Здравствуйте все, я помощник депутата Комукова, Илья Старшазакович. Я по поводу 35-го маршрута. Со стороны девистов микрорайон Садово было собрано более 1200 подписей. Более 1200 подписей мы подали на главу администрации. Мы просим сохранить маршрут. Неважно, чьими силами, какого перевозчика, либо муниципалитета. Мы не лоббируем ни интерес, мы просим сохранить маршрут для жителей микрорайона Садово. И новый город тоже. И новый город однозначно. Так, секундочку, я, смотрите, вот для того, чтобы вы понимали, даже таких подобных вопросов сейчас будет много. Вот когда коллеги, и они нам это представляли, когда они что-то где-то убирают, они это направление пустым не оставляют, а замещают какими-то другими маршрутами. Будет он называться 65, будет он называться 185 или 237, это не важно. Самое главное, это организовать мест населения из данного микрорайона. Со мной согласитесь? Коллеги, у вас есть по поводу конкретно Садового, значит, схема организации вывоза населения? Пожалуйста, вы доложите людям. Микрофон есть, а как вопрос задают, микрофона нет. Микрофон же опять отключили же. Так, слышно меня, да? Вот. Я надеюсь, что микрофон больше не бегает. Вот выключает? Посмотрите, здесь нарисовано сейчас вот красным цветом эта трасса действующая, да, маршрута номер 65. Микрорайон Садовый, микрорайон Новый Город. Да, вот сейчас вот несколько минут назад говорили, что вот если 65-й маршрут отменим, нечем будет добираться на Калинина, нечем будет добираться там, в центральную часть города. Вот я вам сейчас просто включаю другой маршрут, маршрут автобуса номер 3. Пожалуйста, у вас связи с центром города, микрорайона есть? Есть. На Калинина будет? Есть? Есть. Количество жителей, какой микрорайон? Мы там будем внизу в Садово. Опять же туда.
Пассажиропоток между новым городом и Садовым настолько мал, что нерентабельно гонять такой длинный маршрут. Вот и все. Промежуток работает для кого? Для жителей. По Калинину и по Мармасанскому шоссе есть куча других маршрутов, которые будут. Города Чебоксара действующий 61 маршрут. В любом случае сейчас из любого района в любой район города не уехать. Если вы хотите организовать связь из любого жилого района в любой район города беспересадочную, мы примерно посчитали, это составляет 250 маршрутов. Давайте организуем еще 200 дополнительных маршрутов. Поэтому я говорю, что в любом случае появится пересадочность. С кем от Костя говорить не получится. Но пересадочность возрастает не более 10%. А вопрос пересадочности должен решаться не в рамках маршрутной сети, а в рамках организации проезда по единому билету. Все, спасибо, мы услышали, сейчас будем трудно, да. Ваше мнение мы не услышали. Следующий пешком очень интересует вас этот вопрос. Я житель района университета, где конечно происходит 52-32 маршрута. Мне было очень странно слышать от администрации, что оттуда хотят убрать конечку 52-32. Там тоже очень большая протяженность до университета. Как мы должны ходить там с детьми? Пешком сюда придем. Пешком зимой с детьми. Я не представляю. Там нет ни школ рядом, ничего нет. Как мы должны там идти пешком? Я вообще, мне очень странно это слышать, что вы хотите. Сейчас коллеги ответят, насколько я знаю, там дорожные условия не соответствуют для парковой площадки. Стройте! Нет, ну маршрут у нас представляет там ближе. Можно ответить. Что касается этого жилого комплекса и почему у нас с ними нет там маршрутов. Маршруты выведены оттуда целенаправленно, потому что в соответствии с требованием безопасности данный участок улично-дорожной сети вообще не предназначен для организации пассажирского движения. У нас возникает очень такой серьезный вопрос, на каком основании сейчас это вообще ходит маршрут. Как же администрация про нас думает, про наши идеи? Значит, смотрите, этот вопрос решаемый. В этой схеме пришлось на конечную остановку университет. Если будет решен вопрос с организацией, в том числе комплекс университет, те два, которые дальше строятся, эти маршруты будут туда заведены. Там не хватает ширину улично-дорожной сети и нет разворотной площадки для подвижного состава. Так как на 32-м и 56-м маршруте предусматривается автобус средней вместимости, он там вообще не может таких условий ходить. Секундочку, да, спасибо. Я просто еще раз хочу дать такую маленькую ремарку. Мы, конечно, каждому из нас хотелось бы, чтобы прямо к нашему дому, прямо к нашему подъезду подходила маршрутка и ехала до нашего места работы. Я никому из вас не перебивал. Пожалуйста, не перебивайте. Мы этого, каждый из нас очень сильно бы хотел. К сожалению, это невозможно. Поэтому нам необходимо формировать максимально удобную, но при этом маршрутную сеть, которая разгружает дорожно-транспортную и безопасную, самую главную сеть для жителей. Безопасность прежде всего. Да, спасибо. У вас будет время для выступления. Спасибо. Человек вопрос хочет задать. Спасибо, вы выступите. Я вам дам слово. Руку поднимите. Спасибо. Вопрос. Это не работает. Микрофон включите. Глубоко не на размер. Включайте микрофон. Я
Полторы тысячи жителей. Давайте к разработчику вопрос. Собрали подписи. Решите к 63-му маршруту вернуться. Исследования показали, что дальнейшего нет. Так, кстати, напоминаю по регламенту. Один раз, один вопрос. Давайте, я вот я вы ему до конца не сказали. Зададите и все. Хорошо. Мы сейчас это записываем. Давайте мы запишем сейчас вас. Тихо, спокойно. Мы сейчас ваши запишем. Да, обязательно. Ровно порядка. Да, пожалуйста. Уважаемые горожане, уважаемые депутаты, уважаемые пассажиры. Оператор 41-го вокзала маршрута ИБ Захар Патрон. Микрофон говорит. Очень много вопросов, конечно, задавалось. Это живое свидетели у нас. Сотрудники научно-исследовательного института, они в шоке по обеду администрации города Чебоксары. Они все могут это подтвердить в душе, но никогда не скажут. Между прочим, первоначально научно-исследовательская работа сдана была в конце января, начале февраля. Я лично видел, как она была. 49-й маршрут вообще никакого отношения не было. Никакой конкуренции не стартовал 49-й маршрут. Идеально была сделана первая оптимизация. Но руководители, заказчики много раз попросили их переделать. Они живые свидетели. Вот руководителям заказчикам придется сидеть, краснеть, как они себя сейчас краснели. Причем это на совести города Чебоксары, жителям должно быть уютно, четко, ясно, понятно. И перевозчикам, чтобы лучше было. Да, надо развиваться. Вот это прекрасно понимают этого перевозчика. Больше нас это все никто не понимает. Сколько транспортных соединений, какие транспортные категории там, разные, 2М, там, разные категории, это только операторы могут примерно узнать, какие здесь автобусы должны быть. Здесь с нами никто не консультируется. Без нас, как это, меня женили. Вот так получается всегда. 49-й он всегда был самым лидером, самым популярным маршрутом, самым безопасным транспортным единством. 49-й, во-первых, стал за то, что не установил ЕТК, не установил тарифы. Это неудобно стало администрации города Чебоксары. Поэтому они решили сделать, задушить форменное законными и незаконными путями, поставить туда построить троллейбус, оптимизацию сделали. Куда? Не пойдет. Ну, живой пример, 17-й маршрут. Он никогда не будет. Вопрос какой? Вот. Понимаете это все? Это все дело рук администрации. Как сказала администрация города, так и оптимизировали. Совесть есть у него. Спасибо. Спасибо. Сейчас там очень много процессов, да, и скучно, и на шапке, и там.
Обязательно этот вопрос мы будем решать. И все, что касается вывоза на Кость вам поглодать. Спасибо за ответ на предыдущий. Понимать, что все это мероприятие сделано для галочки. Да, это полностью завтра в районе. Да, мы знаем проблему, что до Чапаева в настоящий момент 45-й маршрут. Проблема это связана не с маршрутной сетью, а с работой на маршруте, да, скажем так. Насколько, как мы выяснили, троллейбус там 17, он заканчивает работу. Засуньте его себе. Соответственно, в карман. Засуньте это мнение себе в карман. На более поздний смен, естественно, выйдет кроме 45-й маршрута. Не очень, да. Мы, данный вопрос, да, решается очень просто. Мы должны продлить работу маршрута троллейбуса, который прекрасно идет точно так же в северо-западный район. Второе, да. По поводу улицы Энтузиаста. Очередная коррупционная схема. В этом варианте рассматривается. И вот сидят создатели этой схемы и кураторы. Справа от вас переводчик сидит. Скорейший. Да, с этим будущим районом. Сколько маршрутов потерял в последнем конкурсе? 6? Отжали 6 маршрутов. Все маршруты. Все маршруты составляла я собственноручно, когда еще не было компьютера. Рисовала от руки своим почерком. Паспорта. Ведущая транспортная предприятие своей инфраструктуры продула конкурс. Просто двумя туристами. Причем документы составляли до 9-го, 32-й соответствует, а 33-й почему-то не соответствует. Не самый лучший, скажем так. Да, вот сейчас мы просто можем поднять документ, посмотреть, такой продолжение, и расширить на эту машину. Будет меньше машин, будет ехать быстрее. Не переживайте, 100 дней до призыва. Оказывайтесь, это же это прекрасно! Какой режим надо Отдали 33 какому-то безумному ДПШнику, который получил лицензию буквально там 3 месяца. Вы главное в сердце не понимаете, здоровье дороже. По карте на схеме. Я сама это сделала. Я объезжала его на рафик, который мы собираем. Рекламный агент. Буквально на всем западном агенте. Это то, что дублировать, был уже ошибкой. Мне сказали, но только что вы не все сказали, что дублируют полностью 53-й маршрут. Она уже не дублирует, дублирует только до дома мост. И дальше у нас, конечно, другая конечка. Находится на мясокомбинате. В этом мясокомбинате, когда она приезжает, приезжает криминал. Там очень много народу приходит. Туда 18 троллейбусов не доедет. Уже, ну как, там линии нет. Едет дальше до мясокомбината. И там маршрут это до мясокомбината пролезет. И народ очень часто придоволен. Я вот просто работаю с маршрутом, я знаю, что у вас никак не получится это сделать, и вы даже, я уверен, что вы правильно ответите, потому что не сможете, это никак нельзя, потому что троллейбус это вообще не вариант. Они, люди, не доедут до работы. Люди выходят в 6 утра, да, 5 утра человек там да, работает, 5 утра выезжает, он выезжает в 7 утра, но в это время даже троллейбусы не все ходят. И они, эти люди, никак не могут доехать до места работы, что предлагаете им такси. Смотрите, опять же. Он смотрел меня. У меня трансляцию смотрел. Чтобы вы знали, что на самом деле, как обстоят дела. Ваша ситуация. И люди там уже возмущены. То, что здесь организовали, да, в таком небольшом помещении, да. Алена Блинова, Фейсбук. А если бы вы вышли, будет более большой день там, на Дом Мода, где там тысячи людей. Вы бы узнали, какая на самом деле проблема. И все об этом беспокоятся. И каждый понял, ну а что, говорит, маршрут меньше. А вот, как я маршрутчик, я вам говорю, я сегодня на маршрут, да, будет работать. И они маленько успокоились. А в первые два дня, когда в интернете все это вышло, каждый ходит и каждый спрашивает у меня, что, говорит, маршрут остальные закрывается. И у каждого водителя вот такая установка. Все говорят, нет, будет работать. И они сейчас думают, что все нормально будет. А вот я сейчас сюда пришел сегодня, когда узнал, что вот тут такое собрание. А сюда все прийти не смогли. И очень тысячи людей сейчас вот ходят, да, в микрорайоне Одесского. А что тут действительно будет? А как на троллейбусе до северо-запада, до конечности, в разы увеличится время? Сейчас, ну, не то время, чтобы ездить там 2 часа на город. А если пробки, а если ледяной дождь будет, да, троллейбусы станут. Что тогда? Весь город встанет. Это мы вам не пришли. Если вы не можете, то вы не можете. А по вопросу, я не
регулируют эти вопросы. Если большой спрос на этом направлении в 6 утра, то, наверное, можно пустить там другой вид транспорта, а не маршрут. Второе, по поводу того, что вы говорите, что у нас верно, что там можно. Вы не говорите много, я могу сказать цифры. Вот вы мне скажете цифру, сколько станица Манежа приезжает там, не знаю, в район северо-запада. Ну, конечно, то есть вы работаете от начала до конца. Хорошо, давайте запустим этот маршрут в экспрессном режиме, без остановок. Все, вопрос задали? Люди, которые едут на завод, которые едут на работу, которые едут в мясокомбинат, терминал, куда заходят на сутки полные, и троллейбусы это никак не возместит. И эти люди всегда вот ходят и спрашивают у меня. Ну, слышали, я слышу. Я ответил. Пока он пусть ответит на эти вопросы. Я просто ремарку сделаю. Самостоятельно готовность вашего маршрута 63 составляет 280 км в час. Она с большого, к сожалению, не переведет половину граждан в Ежево. По поводу того, что вы говорите, небольшой поток идет из Ежево в северо-западный район. Опять же, я могу объяснить что-то цифрами, да? Это математика, здесь еще такого. А у Майки никакой нет. Вот смотрите, пожалуйста. Вот у нас в районе Ладежского приезжает 1250 человек в час. В час в суммарно на всех маршрутах, которые выходят из Ладежского. В том числе и там, 63-й, да? Вот сейчас распределяется по сети вот этих цифр, где-то пассажиропоток, который вот, с этого участка улицы, он пошел как-то распределяться дальше по всем улицам. Вот давайте посмотрим, сколько из 1300 человек приезжает сюда. 15, 8, 45, 50, 60. Как вы думаете, что лучше, 60 или 1300? Это не цифры, не цифры. Это неверные данные. Нет, у вас нет неверных данных. Я работаю. Нет, это... Слушайте, у нас тут не диалог, значит, вы вопрос задали, вам ответили. Нет, это сложный вопрос. Сложный математический комплекс, который пользуется во всем мире. Мы сейчас говорим об организации максимально приближенной модели. Давайте. Следующий вопрос. Спасибо. А вы как туда? Как люди будут добираться? Следующий вопрос. Спасибо. Вы тоже хотели бы сказать, а вы как пассажир, как житель микрорайона. Я прошу прощения, я прошел большой маршрут, уже, к сожалению, два раза рассказывал. А что касается доступности жилищных по улице Гладкова, мы схему показывали, и эта схема тоже представлена на сайте, то есть там доступность обеспечена практически со всех микрорайонов. Я просто попрошу задавать вопросы, те, чтобы мы не повторялись, как бы одни и те же. Про 48 маршрут я вот два раза говорил. Уважаемый товарищ Маклыгин и представители Санкт-Петербургского института, прошу учесть следующее. 1500 жителей Финской долины и юго-западного района, как главе города администрации Ладыкову, обратились в петиции, собрали 1500 подписей. Они просят сохранить 56-й и
48 маршрут. Обоснование следующее. Район юго-западной Финской долины. Там в Финской в основном живет молодежь, студенты, а в юго-западном в основном пенсионеры. Если вы отменяете вот эти маршруты, вы уже делаете двойной удар для пенсионеров труда, ветеранов войны, военной службы труда и других категорий. Хорошо, что вы наглым образом администрация города первый раз отменила им льготы по проездным документам, лишили их всего. А сейчас лишаете им возможности ездить по тем маршрутам. Дальше, увеличивая автобусы, вы должны учесть следующее. У нас транспортный парк старый. Я как специалист по чрезвычайным ситуациям говорю вам следующее, который проработал в санэпидстанции 12 лет. Машины непригодны, у них завышенная загазованность, они старые. А их основная масса, вот этих молодежи и пенсионеров, всегда будут ездить на маршрутках, они будут выбирать. Причина следующая. Улицы, которые идут от Чернышевского на Финскую долину, и которые с Финской долины выезжают на улицы энтузиастов узкие, там проблемы следующие. В утреннее, вечернее время автомобили, в основном частного сектора, выставляют на дорогах. Автобусы, троллейбусы там проехать не могут. Из-за того, что ранее не вы, до вас руководители строили вот эти дороги с нарушением СНИП, то есть улично-дорожной сети. Пока вы не исправите улично-дорожную сеть, пока вы не приведете в порядок, никаких автобусов вы туда пустить не можете. Можно еще пойти, да? Да. И что я еще хочу? Вот, конечно, упрек в адрес администрации. Вы люди молодые, многие вопросы не учли. Прежде чем что-то делать, надо с людьми согласовывать, учесть вот это. Надо напечатать сначала в средствах массовой информации, газеты, выступить по телевидению, по радио, не только по интернету. 50% бабушек и дедушек не знают, как включить, как воткнуть интернет. А вы еще что-то хотите. Дальше. Для того, чтобы исправить вот эту ошибку, мое предложение, как директора филиала ветеранов РКБЗ Российской Федерации по Чувашской Республике, следующее. Нужно вот этот сейчас прекратить вот этот балаган, собрать всех участников маршрутов, кого вы сократили, кого вы планируете, сесть за круглый стол, пригласив представителей, обсудить вот это, и после этого вот в таком масштабе. А вы наоборот, гланды врезаете, то есть операцию делаете не там, где нужно, а через другой проход. Спасибо вам за художественную дискуссию. Это лучшее выступление. Я просто вам как специалисту по безопасности хочу сказать. Давайте мы когда про безопасность будем говорить. Вот если вы внимательно слушали, у нас три раза практически превышена наполняемость маршрутной сети. В три раза. И мы обязаны, вот вы как специалист по безопасности, вы первые должны были поддержать, сказать, мы обязаны сокращать. Обязаны сокращать количество и переходить на автобусы большой вместимости. Я вам не говорю уже про аварийность. Я уже не говорю о тех толкучках, которые в автобусах малой вместимости. Считаем, что направление верное. Спасибо. Мы живем в Садовом районе, у нас единственный транспорт, который получает нас, 65-й маршрут. Неужели будете его убирать, а? Единственный транспорт, который нас включает. Прошу прощения, может, по-моему, четвертый раз на этот вопрос отвечаешь? И ни разу не ответили. Когда если пропадет 65-й маршрут, прошу прощения, там появятся другие маршруты с другими номерами. Зачем? Еще раз говорю. Секундочку. Зачем у тебя лишний? Это
это не лишний труд движения, это планирование маршрутной сети города, которое делают профессионалы. Братья, ваш вопрос, услышали, начнем. Спасибо. Следующий вопрос. Смотрите, мы новость, мы
новый город не забудем транспорт. Мы в любом случае, еще раз, да, сознательно шли на строительство этого микрорайона. Будем обеспечивать там инфраструктуру. Это приоритетная задача. Мы максимально сейчас делаем так, чтобы с нового города вырос обеспечить. Мы вас услышим. Просто когда мы говорим, вы просто простите меня, с Майей там эмоциональность может быть, да? Но когда говорят, что из нового города поведем садик в Садовый, ну, к сожалению, в этом немножко не так. Соленова, вы же Богдан-то переселили туда, аварийно. А в садике не перевели. Да, Юрий Алексеевич? Правильно. Конечно. Я скажу. Вот. Скажите. Скажу. У меня родители в садике жаловались. Как, не можем мы в один возить? Нет. Уже они стали, последняя группа, им что переводится? Район, университет. Жители двух микрорайонов очень возмущены. Собираются подписи. Вы, значит, разрушили муравейник на этот кирок. Теперь о самом главном. Мы работаем на полосах средней вместимости, форты, мерседесы, чтобы раньше просили 18 посадочных мест там, 25 со стоячими. Мы зимой очень мучаемся. Дороги плохо чистят. Ваши вопросы или выступления? Вопрос задайте. Складываем вот так зеркала, чтобы разъехаться. Это наши автобусы современные. Вы хотите пустить на маршрут 52-й большие автобусы. Они там просто не разъедутся. Вам надо, первым, расширить дороги, потом только... Потом их Как известно, там примерно с мая месяца до сентября полночь один используется дачный ключ. Поэтому как они будут добираться на своих дачах, это вопрос. Во-вторых, также автобус ходит до 11 часов. Маршрутки, как правило, пунктируются до 30. Многие люди работают в опасных, они будут добираться в позднее время. Ну, при списании, что мы сами будем комплексную документацию определять, там, соответственно, до скольки будут ходить автобусы, да, поэтому это надо... Это не работает вообще. А насколько, опять же, мне память не изменяет, там просто соединяются два маршрута, которые там на 95% дублируют друг друга, там, по-моему, какой-то 40, не помню какой, и вот 50. Они объединятся в один маршрут, например, идут на средний класс, и будет количество автобусов на этом маршруте увеличено. А, то есть автобусы ставят, да, конечно. Спасибо. Давайте к выступлению перейдем, давайте. Знаешь, а я пофоткаю на твой. Давай. Уже 60-й маршрут. Я житель Юго-Западного района, по улице Гражданской. Оттуда идут в центр 60-й и 48-й, до дома Монтера. Все убирают. Как добираться? Без пересадки хотелось бы, потому что мы сейчас на 30 минут добираемся. Все? Повторите, пожалуйста, а какой? Вот до центра, как нам добираться? Откуда? С юго-западного района по улице Гражданской. Остановка мотозавода Чернышевского. Ни одного нету маршрута. Все убрать, все хотите убрать. 48, 60, все хотите убрать. Мы не хотим никуда, и вниз спускаться на 37 маршрутку. Хочется около дома, наверное, сесть на самом дороге. Вообще об этом не подумали. Якобы дублируют один на троллейбус. Придется сесть на троллейбус, доехать до рынка, дойти пешком до рынка. Зачем еще? Вот именно.
дойти пешком до Ветхого мира и дальше не центр. Ни одной маршрутки не оставили в центр. Наверное, у нас не так много районов, и логично, что из каждого района в любой другой район будет пройтись хотя бы один маршрут. Спасибо. У нас еще по повестке дня еще несколько выступающих, и потом каждый, кто хочет выступить, мы будем давать слово. Спасибо. Давайте мы так. Секундочку, я понял. У нас по повестке дня еще несколько выступающих, после этого вам предоставим слово. Общероссийское движение пассажиров. Общероссийское движение пассажиров. Я понял, я вам обязательно предоставлю слово. Общероссийское движение пассажиров слово не дадим. Давайте. Посещаем молодого человека. Молодой человек, не перебивайте, пожалуйста. Вы подойдете к микрофону и скажете все, что вы думаете по поводу проекта документа планеты. Спасибо. Да. Я хотел бы слово предоставить Ершову Андрею Валерьевичу, начальнику отдела ГИБДД МВД Российской Федерации. Города Чебоксары. Секундочку. Так, присядьте, пожалуйста. Сядьте, пожалуйста, не видно. Уважаемые участники. Хочу до вас привести. Благодаря нам и организовали это мероприятие. Так что, пожалуйста. Вот все втихаря хотели сделать. 252 ДТП. На Луничке прошло 280 погибших. Из них не составило 10 человек. На Луничке прошло года 13. Число раненых 286. А на Луничке прошло года 351 человек. Зачем вы это нам читаете, а? Какое это отношение к маршруту? Зачем? Вы зачем? Поэтому надо маршруту сложить. Работайте лучше, следите. Что маршрут? Виноваты, зачем вы нас обманываете? Вы специально нас учите. С вами цикл. Нам не нужно. Они интересны. Владимир, не надо. Вы не работаете. Вы нам бьете только. Бьете. Уходите, уходите. Уходите. Бессмысленно на вас носит. Вы себя очень сейчас неправильно ведете. Вы неправильно ведете. Человек, который обеспечивает безопасность дорожного движения, вашу безопасность. Вот давайте маршрут обсуждать. Вот вашу личность. Давайте маршрут обсуждать. Он в том числе, давайте маршрут обсуждать. Вы не спорите со мной. Вы неправильно себя ведете. Нормально. А да, вы правильно что? Я хотел предоставить Константину Александру Васильевичу, руководителю муниципального предприятия районного управления, которое, я думаю, все ваши сомнения... За что 7 миллионов? Года на этом рынке, вы на этом рынке от силы лет 15. Поэтому учиться, что без вас город не может, и троллейбусы. Раньше все проблемы транспортные решали, 200 троллейбусов запускали и 200 автобусов. И все было нормально. Это при том, что на тракторном заводе работало 27 тысяч работников. Были проблемы в GCT, и мы их решали. Сегодня у нас, посмотрите, какое количество... Откройте тракторный... Надо что-то делать, выйдите из частной на любую остановку, там стоит 15 маршрутных такси, 2 базика и медный троллейбус, который мог бы забрать 100 человек. Проблемы есть, ее надо решать. Давайте решение решим. Вы сегодня боретесь не за пассажира, не за то, чтобы пассажир куда-то на море наехал. Вы сегодня боретесь за свои деньги. Спасибо.
заместитель главы города Чебоксары, Горбунов Виктор Алексеевич. Проекты парк, вопросы. Вопросы о поступающих. Если я попрошу внимательно меня слушать, ну, не думаю, что вы будете меня внимательно слушать, поскольку мое выступление в какой-то степени представляет, может быть, ваш интерес. Я буду говорить кратко и буду представлять интересы города. Значит, начну с предисловия. Бог дал человек, не перебивайте, пожалуйста. Прокофьев, не надо, давайте по существу говорить. Вы депутат? Или оппозиции буду. Время не занимает. Города будет. Вообще, я хочу тогда другого начать. Но давайте не будем превращаться в толпу. И если у нас два органа слуха, нам Бог дал. Значит, и один орган речи. Это говорит о том, что мы должны уважать Бога, любить Бога, слушаться Бога. Два раза меньше говорить, два раза больше слушать. По существу буду говорить. И не перебивайте. Я понимаю, вы хотите лидерские качества показать. Значит, после меня покажите. Значит, мы в начале года со своими коллегами, с депутатами, председателями постоянно действующих комиссий, учитывая сегодняшнюю ситуацию, ездили в город Казань для того, чтобы поделиться опытом по осуществлению и движению маршрутных всех автобусов, которые и как выстроена эта схема в городе Казани. Мы задавали вопрос, как вы сумели наладить или свалить вот этот городской коллапс с малым автомобильным пассажирским транспортом. Они тоже говорили, что у нас пассажирский транспорт тоже был ангажирован и правоохранительными органами, и бизнесом, и нам было очень тяжело. Значит, пользуясь тем, что здесь у меня находятся коллеги, я обращаюсь к коллегам. Я проводил свою социологию на своем, значит, веренном мне округе. И вы проведите, значит, социологию со своими избирателями, и тогда не будет вот таких вот, извините, неформальных лидеров, которые используют закон толпы. Высшим органом управления властью является народ. Значит, и народ будет определять, как нам поступить. Мы ни один маршрут не убираем. Мы приводим, значит, город в порядок. Убираем транспортный коллапс. Приводим с точки зрения экономической целесообразности. Что такое экономика? Экономика – это греческое слово. В переводе на русский язык она обозначает искусственное управление домашним хозяйством. Поэтому я обращаюсь как органам городской власти, наведите в доме у себя порядок. Это первое. Второе. Значит, то же самое. Казань решала этот вопрос 3 года. Воевали, перекрывали город улицы. Но тем не менее, мы встречались с тогдашним президентом Шаймиевым, с новым президентом. Он говорит, может, мы перегибаем. Нам говорили, мы делаем доброе дело. Мы переходим на транспорт средней вместимости и большой вместимости. Тогда не будет коллапса, не будет экологии. Здесь институт делал обоснование загруженности маршрута. Но я хочу сделать замечание, я не услышал, какая экология в городе на сегодняшний день. Сколько свинца, сколько выбросов наши дети. Мы с вами, значит, дышим этим воздухом. Для чего? Что для нас сегодня представляет главную ценность? Рубль или здоровье наших детей? Или здоровье нашей нации? Мы об этом тоже не говорим. Значит, мы в любом случае должны перейти на экологический чистый транспорт. Вы сейчас не уважаете. Можно сидеться и улыбаться, и иронизировать. Этот человек представляет экологически чистый транспорт, который должен работать, который не должен отравлять город. Он должен этот транспорт получить, значит, будущее, развитие. А мы сегодня этот транспорт гоняем. Он никто не сказал сегодня, ни городские власти, никто. Он сегодня имеет убыток около 100 миллионов. Из-за чего? Из-за того, что просто троллейбус гоняет в пустыню. А мы сейчас говорим о том, мы не убираем маршруты. Мы на этих маршрутах будет наведен порядок.
еще раз обращаюсь к своим коллегам. Проведите социологию у себя, значит, со своими избирателями, и тогда на эту социологию покажем, что наши избиратели хотят, чтобы в городе не было муравьиных движений, не было коллапса, значит, не ходили. Там каждый водитель, опять возвращаясь в Казань, получает заработную плату за то, что он ездит пик-пик по времени. Там, значит, по нему можно сверять время. Оклад и заработную плату еще на минуту сорвал время. Сначала были такие же негодования, но сейчас все нам говорят, жители города Казани, спасибо о том, что вы сделали. И мы к этому тоже вернемся. Город должен быть чистым, должно быть организовано движение. Никого мы не собираемся обижать. Мы будем в любом случае выслушивать, и никто маршрута не закрывает. Мы перейдем просто-напросто на транспорт средней и большей вместимости. Мы загрузим троллейбус. Троллейбус, как это так? Мы, если себя уважаем, наших детей, наших внуков, если есть беременные женщины, которые дрожат своим плодом, своим будущим ребенком, скажут, зачем я буду выходить в город, стоять на остановке и дышать этими газами, этим, ну для чего? Поэтому транспорту вы, маршруту вы, а город должен быть экологически. А ко всем предпринимателям скажу, что начало гнева, начало глупости. Гнев никогда правду не творил и не будет творить. Не надо. Вот мне хочу сказать, секундочку. Что ты привык 7 миллионов. Сказать, сколько потратили на это? Воруют. Наше слово предоставляется Никанору. Добрый день, уважаемые граждане, друзья. Где-то, может быть, даже сегодня я вижу моих избирателей. Я все-таки тоже так же хотел повториться. Давайте научимся друг друга уважать. Вот вы когда-то покупал, я никого не перебивал. Не надо, поэтому еще раз, если вы хотите не уважать других людей, вы можете сюда прямо сейчас выйти, покричать и выйти. Смотрите, мы как, можно сказать, и городская власть, потому что власть в городе состоит из исполнительной власти и законодательной власти. Вот мы как законодательная вещь власти всегда планомерно шли к тому, чтобы наша транспортная сеть стала другой. Вот эта реформа, которую мы начали давно, она не подходит, может быть, еще к завершению, но она движется вперед. Вспомните, что было раньше. Раньше были газели. Они были непонятного состояния, люди на них ездили. И что мы сделали? Мы газели заменили на маршрутное наше такси, которое сейчас больше вместимость. Далее. Стало комфортно, правильно? Если сегодня мы спросим людей по поводу тех же карт ЕДК, они скажут, да, это хорошо. Многие сегодня эти карты ЕДК людей не пускают в эти маршрутные такси. Тоже плохо. Согласитесь, плохо. Мы не говорим про поддержку там троллейбусного управления. Мы вообще говорим сегодня про реформу транспортной системы. Сегодня мы говорим про безопасность, в первую очередь, про безопасность людей, которые ездят в нашем транспорте. Про вашу безопасность. Это ваша безопасность. Это не безопасность городских властей. Это безопасность нашего города в том числе. Надо об этом подумать. Понимаете, я считаю, вообще смотрю на все со стороны, и я вижу, что сегодня у нас есть небольшая ошибка со стороны института. Надо было не так сделать. Надо было не планировать маршруты, как сегодня они говорят, вот это мы закрываем, это мы оставляем. Надо было все просто взять и сказать, вот это будет первый маршрут, а второй, третий, четвертый и так далее. И не было бы никакого вот коллапса в этом сейчас, что мы здесь сидим и начинаем друг с другом спорить. Я понимаю прекрасно. Маршрутчиков, которые сегодня являются операторами своей сети. А это их бизнес, это можно понять. Сегодня у нас, если посчитать суммарно, мы примерно прикинули тут с коллегами,
годовой оборот около 15 миллиардов рублей. Я согласен, есть о чем подумать, в принципе. Все легко считается на калькуляторе, кстати. И не надо тут спорить со мной, может быть, я там ошибусь пару миллиардов. Фу, довольно серьезно. Нормальный оборот, который проходит в транспортной сети. Далее. Хочу сказать, что то, что сегодня мы обсудили, это в любом случае будет воспринято к сведению обязательно, потому что работа на этом не закончилась. Я сам давал несколько предложений институту, когда увидел, как там они распределили транспортную сеть нашу. В том числе касаясь 52-го маршрута, потому что я являюсь депутатом по данному округу. Мы будем это сидеть и разбираться. У нас сейчас при комиссии по городскому хозяйству создана рабочая группа, которая будет рассматривать каждый маршрут, и все замечания, которые сегодня здесь есть, мы обязательно их совместно уже с представителями института будем прорабатывать непосредственно завтра, и там, наверное, еще на пару дней, я думаю, они останутся. Вообще, я считаю, что, во-первых, то, что мы сегодня смотрим, это не догма. И наш город, он развивается, и развивается дальше планомерно вперед. Давайте мы все-таки посмотрим на это, как это у нас будет. Они же сегодня говорят о том, что когда что-то выбирают, есть альтернатива всегда. Да, я согласен, что иногда приходится ездить с пересадками. Но вот я здесь не вижу никого, такого молодого человека, которому было бы 15-16 лет. Вы все уже, по сути, из прошлого, из СССР, можно так сказать. Вспомните, как мы раньше ездили. У нас прямых маршрутов, раз-два я общался, всегда был центральный маршрут. Где была пересадка, и дальше мы ездили. И никто не спорит. Возьмите другой город. Вы когда в Москву едете, 10 раз пересаживаете. Ну хоть слово что-нибудь говорите. Нет. Казань, возьмите другие города. Везде порядок. Вы хотите жить в хаосе на порядок. Мы сегодня говорим о том, что должен быть порядок. Вот я сегодня, еще раз я говорю, я 15 лет являюсь там, 12 лет депутатом, я всегда всем говорил, надо делать порядок. Если будет порядок в доме, будет порядок в семье и везде, и всегда. Поэтому с вашей помощью мы хотим его сделать. И поэтому публичные слушания, которые мы сегодня с вами сделали, говорили об этом. Спасибо. Да, приглашаю, значит, на трибуну Никитина Алексея Владимировича. Вопросы? Да, Чебоксарского городского совета. Вы слушаете вас, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Очень приятно работать в таком коллективе. Владимир Ильич, на самом деле. Очень интересный, тяжелый вопрос. Вчера, когда у нас собиралась комиссия, я думаю, что она прошла под знамением такого пунктика годом раньше, с каждым пассажиром понятного места. И вот кто как захочет, тот так и будет интерпретировать этот год. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что надо создать комфортные места каждому из нашего города, а с другой стороны, получается, что кто-то кому-то по этому самому месту пассажиров, ну, извините, не отдает. Но на самом деле дело лишь только в том, что готовы мы развиваться и эволюционировать или не готовы. Вам хорошо сейчас, да? Сейчас удобно, но лучшее – это враг хороших. Для меня, например, чтобы я принял решение, которого сейчас у меня еще нет, мы его вместе с вами должны принять. Не надо торопиться. Не будет панацеи от этого. Мы должны с вами вместе, не ругаясь, не кричать, мы должны с вами вместе сесть за стол, встретиться, может быть, несколько раз, но мы должны придумать так, как будет. Спасибо вашему родителю за ваше воспитание. Но мы должны с вами вместе, ни кто-то, ни институт, ни администрация, ни депутат, только с вами вместе, мы должны сделать так, как будет еще лучше. Потому что лучшее – это враг хорошего. Поймите это. Да, мы должны при принятии своих решений учесть очень много моментов. Это как транспортная доступность, безопасность, экологичность, о которой говорили. Это комфорт, который заключается не только в эргономике, но и в трафике и движении. Это поступление налогов в бюджет. О,
Да, именно так. Это удобство других участников движения. Ведь не надо думать только о тех, кто передвигается в маршруте. Давайте о других подумаем. Никто не скажет. Момент еще один. Сохранение наших муниципальных предприятий, нашего троллейбусного направления, который сейчас плюхается далеко за порогом рентабельности. Нашего и вашего красного. Ну и давайте, Александр Васильевич, сейчас спросим, сколько семей в случае банкротства уйдет в никуда. Сколько у вас работает народ? Это 2000 семей, правильно считать, да? 2000 семей помножим на 3. Не надо сейчас вставать на сторону и лоббировать, извините меня, интересы такого-то количества владельцев этих маршрутов. Надо думать только о городе. Поэтому еще раз говорю, мы с вами вместе должны придумать, как нам эволюционировать. Мы все равно придем к этому. Потому что, еще раз говорю, лучше враг хорошего. Спасибо всем. Максим Иванович, прошу прощения. Да, мы потом представим министерство транспорта, который между муниципальными маршрутами вам скажет на ваши вопросы, пояснит, да, свои выступления. И потом мы вам передадим пассажирам. Коротко, добрый день, уважаемые участники. Ну, я, во-первых, хотел бы сказать о том, что вот обращения, которые ко мне как депутаты поступают, они никогда не поступали с магистральных улиц, с магистральных маршрутов. Я представляю территории Новый город, которые сегодня уже активно выступали жители, которые представляю микрорайон Соленое, представляю микрорайон Нефтебаза и улицы Энергетика. Я просто хочу обратить внимание разработчиков еще раз. Туда не хотят ехать перевозчики, потому что это не очень выгодно, потому что там мы понимаем, что там нефтебаза, это не такое количество людей, и экономически не столь эффективно. Но город как городская администрация, значит, в любом случае должна обеспечить доступность транспорта вот именно в таких точках. Ну, в частности, может быть, нюансы. Мы, конечно, видели сегодня разработку на плане рассмотрения, значит, точек приложения, там, где люди живут, где работают. Но есть нюансы, например, вот с того же Соленова, активно застраивающийся район, значит, дети. Ну, наверное, нас, как родители, больше всего волнует то, как безопасно, быстро доедут наши дети до школы, там, до учебы, да. Поэтому вот здесь нужно рассмотреть именно учесть тот трафик, то есть куда едут наши дети. В Соленово, в частности, они едут там в ряд школ, да, по улице Николаева, и это обязательно надо учитывать. Да, поэтому вот это первое мое такое предложение. Ну, а второе, что я хочу сказать. Вообще, любая уважающая себя территория, которая хочет развиваться, которая хочет быть современной, должна иметь систему, в том числе и систему транспорта целевого. Это очевидно. Сказать, что нам не нужна эта система, но пойти против логики жизни, логики там, прогресса. Транспортная система должна быть описана, должна быть просчитана. Сегодня мы видим, что институт отработал. И мы с вами сейчас, оспаривая там, эту схему, мы с вами не считали ее 8 месяцев, эту схему. И каждый выступает, в том числе перевозчик, защищая там какую-то личную частичку своего маршрута. А вот мне так выгодно. Понятно. Естественно, вот эта схема должна учитывать максимально требования и желания жителей города Чебоксара. Естественно, и разработчики это должны учитывать. Часть предложений они учли. Сегодняшние общественные слушания также нацелены на то, чтобы они услышали, и городская администрация, и разработчики услышали эти предложения, учли в этой схеме, сделали изменения. Но обсуждать вообще нужность и ненужность схемы, по-моему, бессмысленно. Систему всегда лучше толкать. И еще, естественно, что будущее за транспортом экологичным. В частности, на данный момент у нас есть проводной электрический транспорт. И обсуждать, что лучше и что хуже, естественно, троллейбус в перспективе, тем более в долгосрочной перспективе, гораздо лучше. Сейчас активно развивается беспроводной транспорт, да, или просто свечкообразно.
И будущее, буквально какие-то ближайшие несколько лет, в любом случае появится транспорт беспроводной, который будет иметь доступ на уровне там, транспорта малой вместимости. За электрическим транспортом и экологичным транспортом будущее в любом случае, и именно это направление надо развивать. Транспорт большой вместимости, обсуждать, что лучше, что хуже, тоже бессмысленно. Понятно, что транспорт малой вместимости должен быть там, где неудобно проехать магистральный транспорт, но он может являться только дополнением, а никоим образом не составлять основу инфраструктуры транспорта города. Это очевидно любому здравомыслящему человеку. Не может маршрутка вместимостью 18 мест составлять магистральную основу перевоза городских. Очевидно. Поэтому я считаю, что эта транспортная схема должна быть, она будет. Ее просто нужно своевременно, это живой документ, корректировать под изменения города, под его развитие, появление новых микрорайонов и, естественно, с учетом требований жителей города Чебоксары. Спасибо. Да, я вот сразу вам предоставлю слово после представителя Министерства транспорта. И мы вот сейчас вот закрутим. Дмитрий Владимирович Ивлев, начальник отдела Министерства транспорта Чувашской Республики. Добрый день, уважаемые присутствующие. Я пару слов скажу на позицию Минтранса. Документ планирования городской мы изучили очень внимательно, определенные расчеты сделали. Увидели там, ну, скажем так, место, скажем так, для корректировки. Мы свои замечания в администрацию города направили. Как бы они знают, что они будут учитываться, и они будут устранены. Но надо знать, надо сказать следующее, что концепция развития транспортной системы города, которая предполагает переход от автобусов малой вместимости к автобусам средней вместимости, большой вместимости, она нами, во-первых, поддерживается, во-вторых, мы по такому же пути пойдем и при проектировании пригородной маршрутной системы. Здесь уже было озвучено, что в общем, получается, так, мы сейчас также реализуем работу, будем также привлекать научную организацию для проектирования модели маршрутной сети пригородных перевозок. Предполагается, что основное мероприятие будет, опять же, это перевод транспорта малой вместимости на большие автобусы. Ну, еще хочется сказать, что вот эта концепция, которую город сейчас реализует, она как бы не вновь придумана, да? То есть мы в 16 году были в Казани, здесь уже докладчик говорил об этом, там тоже пошли по такому же пути. Перевозчики, следует заметить, что перевозчики, частники там остались, они до сих пор работают. Там единственное, что произошло в округлении, они объединились, да, они купили автобусы большие вместимости, но они работают. Мы считаем, что город придется пройти через это, и на пригородной сети те же самые изменения будут происходить. Но надо сказать, что автобусы Форды, Мерседесы, малого класса, это вчерашний день, и нам придется, скажем так, перейти на автобусы большой вместимости. Спасибо. А почему вопросы не дают? Давай, Шарапов. Давайте быстро перейдем. Самый первый вышли, служили, охраняли место. Здравствуйте вообще. Всем. Хочу оперировать Горбунова, Ершова. Во-первых, нерегулируемый пешеходных переходов очень много. Часто аварии, что касается безопасности. Горбунова. Почему? Транспортный, пассажирский. Транспорт, попку, загруженный и едет. Во-первых, надо... Я прошу прощения, представьте, пожалуйста. Банковский. Нет, ну, Банковский, Евгений. Житель города. Житель города. Ближе микрофон. Какого? Город Чебоксары. Горбунова, как хочу ответить. Во-первых, но на общественный транспорт в основном ездят женские контингенты. Они всегда спешат, почему выбирают именно общественный маршрут. Быстрее в садик отведут и быстрее, как говорится, на работу, чтобы не опаздывать. А другому просто хочу
уважение, что на полчаса им дали возмещение времени, чтобы на работе не ругались за это. А теперь по существу. Все причины начинают разговор, тоже начнут с причин. Был повод. Он вас ценил. Добрый день, уважаемые коллеги, меня зовут Зотов, я общероссийское объединение пассажиров, приехал из Москвы, я абсолютно непредвзято могу высказаться. Мы активно работаем с общественным советом Минтранса, и поэтому я выскажу свою позицию, которую есть по данному вопросу. Этот вопрос, который происходит в Чебоксарах, на контроле общественного совета Минтранса, и поэтому я здесь. Мы направили соответствующие письма главе республики вмешаться в данную ситуацию. Мы направили также обращение в прокуратуру. И одно из главных посылов нашего обращения было открытое обсуждение данного вопроса среди всех жителей. Мы очень рады, что это обсуждение состоялось. Большое спасибо за это администрации. Но это обсуждение проходит в рабочее время. Оповещение было за день до мероприятия. Вот на прошлой неделе мы встречались с Евгением Дитриховым, это заместитель министра транспорта, и обсуждали реализацию программы «Безопасные дороги». Данный проект реализуется в 38 регионах. Вам просто, чтобы вы понимали. В 38 регионах будет изменена маршрутная сеть пассажирского транспорта, в том числе и Чебоксары. Как это происходит? В России вот активно. Во всех регионах это проходит более-менее спокойно. В Чебоксарах, в Нижнем Новгороде, к сожалению, к нашему в том числе, это проходит на эмоциональном надрыве. Людей иногда не слышат. Мы предлагаем ряд предложений, в том числе, которые помогут и жителям, и администрации. Вот Евгений Дитрих, сам министр транспорта, сказал, что сначала в рамках этого федерального проекта создается транспортная сеть. На эту транспортную сеть потом накладывается новый маршрут. То есть А, Б. Сейчас здесь происходит несколько расслоений. Да? Это один момент. Второй момент. Замминистра транспорта высказал, что должно быть широкое обсуждение данных вопросов среди всех слоев населения. Задача вовлечь население, потому что власть и транспорт работают только для кого? Для людей, правильно? Следующая задача, чтобы транспорт был альтернативным, чтобы пассажир мог выбрать, хочу ехать троллейбус, хочу ехать маршрут, хочу ехать автобус. В Москве, я просто для примера говорю, есть МЦК, это кольцевая. Есть метро, есть автобусы, есть троллейбусы, есть трамваи, широкий спектр, никто не режет маршрут. Да, там отказались от частников, да, отказались, но эти же частники сейчас ездят на больших автобусах. Суть моего предложения следующая. Большие вопросы с пересадками. Давайте мы подумаем над системой, чтобы при учете пересадки пассажира в течение часа с транспорта на транспорт он один раз оплатил в рамках какой-то системы, чтобы он получал вторую поездку бесплатно, да, чтобы люди просто понимали, я еду на работу, а то иначе получается сейчас
платят 800 рублей. Это минималка, да? В Чебоксарах будут платить 1600. Ну просто необходимость такая будет. Если власть пойдет на эту встречу, я думаю, что это будет очень супер. И последнее предложение. Здесь много маршрутов планируют отменять, не отменять. Суть не в этом, абсолютно. Каждый маршрут затрагивает определенную категорию людей. А здесь вот, у нас есть представители разных районов, разных маршрутов. Давайте мы как-то обсудим и проинформируем людей по каждому отдельному маршруту отдельно. Да? То есть мы соберемся вот, раз обсуждение, два обсуждения, три обсуждения. У людей возникают вопросы просто от отсутствия всяческой информации. Давайте донесем информацию, проведем общественные слушания по каждому маршруту отдельно. Я уверен, что это будет более спокойно, понятно. И если жители скажут, да, давайте отменять, либо наоборот сохранять, давайте будем слышать людей. Большое спасибо. Спасибо. Абсолютно верно. Мы работаем для того, чтобы слышать людей. И действительно несколько очень правильных, ну, интересных, скажем так, предложений вот, по поводу пересадочного билета. Ну, вот, мы уже тоже все это проговаривали. Будем думать, мы сейчас опыт смотрим там регионов, некоторые начали схемы эти реализовывать, будем смотреть, как это можно сделать. Я просто прошу прощения, мы уже вышли, да, не могу. Вы тогда следующий после добавили. Спасибо, что вы до этого были меня зовут Семен Форщикин. Вот, я житель Юго-Западного района. Вот до этого уважаемые ораторы говорили, что хорошо, там что-то там плохо, это, ну, я не понял. Но вот один писатель Орвел писал, что война это мир, свобода это рабство, незнание и сила. Можете представить, пожалуйста. Я Семен Форщикин, житель Юго-Западного района. Спасибо. Я очень говорил. Так вот, хочу парировать тому, что не нужно какие-то термины говорить там про семью, еще про что-то. Сейчас, мне кажется, немножко другая ситуация. Тогда день института, я вместе со всеми смотрел, слушал его, говорили про то, что какие-то маршруты дублируют, там 49-е дублирует 17-й троллейбус. Ну, там, или там 60-ка, что-то там тоже дублирует. Что дублирует там, я понял, не везде. Но самое главное, то, что, как я понимаю в докладе, то, что город хочет прийти на типа более экологичные из-за транспорта, да, троллейбусы. Но мы видим, и как бы убрать маршрутки, поставить большие автобусы, чтобы они были государственными. У нас троллейбусы все это время были государственные. И где сейчас эти троллейбусы? Сколько у нас сейчас целых троллейбусов нормальных, которые нормально отапливаются? Где у нас троллейбусы, которые были бы там, я помню, в 2011 году говорили, что троллейбусы на свои поймы, еще чего-то, где это все? У нас троллейбусы должны город и республике огромные деньги. То есть он, троллейбус направления, управляется плохо из вон рук, потому что она стала банкротом. Если мы говорим маршрутки, которые управляются эффективно, поставим автобусы, они тоже будут банкротами, потому что менеджмент неэффективный, потому что менеджмент государственный. У нас везде, в России, где управляет что-то государством, это превращается в неэффективное. Вот вы вспомните, у вас... Я отлично отношусь к экологии, очень ее люблю, но объясните мне, почему у нас вдруг опять вспомнили про плановую экономику? То есть мы берем, убираем что-то эффективное, ставим свое государственное, а может быть оставим маршрутки, и пусть будут маршрутки и большие автобусы. И пусть люди выберут, что им удобнее, может отремонтировать троллейбусы и будут конкурировать троллейбусы и маршрутки. А мы, как зрители, это выбираем. Я услышал, что тут сказали то, что вот по-моему, как раз там, блин, не помню название улицы, но вот тут троллейбусы, автобусы ездить не могут, потому что это незаконно. И еще там где-то что-то там незаконно. Если были заключены с маршрутчиками договоры незаконные, почему мы не видим административных и уголовных дел с администрацией города? Где это может, если это незаконно? Спокойно, спокойно. И теперь еще одно очень важное, ну, как мне кажется. Мы говорим про доверие. Я люблю свой город, но, к сожалению, не доверяю местной власти. Потому что мэр города Чебоксара сейчас под домашним арестом.
Она обвиняется в коррупции. Она обвиняется в том, это Ирина Клементьева, ваша бывшая коллега у всех вас. Так вот, она под домашним арестом, потому что она жулик. Ну, суд решит, но скорее всего она жулик. Тогда вопрос к вам. Как мы можем вам доверять, если вы выбрали жулика? Так, секундочку. У вас выступление по существу. По существу. Вы учитесь теперь. Все, понятно. Спасибо. Уважаемые. Все, ну мы по существу говорите. Время не задерживайте, давайте говорите. Включите мне, вот. Теперь я что могу предложить? Вы говорите о том, что, ну, вот это все освещено. Я могу вам помочь организовать прямой эфир прямо отсюда. На все государственные телеканалы, это несложно. Я уверен, что есть общественники, которые тоже помогут это сделать. Мы можем сделать вот этот, всю вашу штуку максимально открытым. Давайте сделаем это. Типа давайте, чтобы было доверие. Все, давай, спасибо за предложение. Значит, так, быстро скажу, все заключенные договоры законные, да, и то, что вы говорите, у вас действительно есть выбор, выбирают троллейбусы, автобусы, маршрутки малой вместимости. Все это предусматривает новый проект документа планирования, где оставляют все автобусы малого класса, и среднего, и большого, и троллейбусы. Спасибо. Я сейчас пойду поспим. А, я прошу прощения, Петров и Дорогинович, да. Депутат. Не знаю. Это ЛДПР. Я бы хотел сказать, что я самый молодой депутат. Я бы хотел... Они зарегистрировались на сайте Навального. Потому что на сайте Навального, как я уже говорил, сделать мне обращение. Надо уважать сторону администрации, надо уважать сторону института, надо уважать мнение граждан, и я уважаю мнение граждан больше всего. Я считаю, что в первую очередь, что нужно было сделать, это нам необходим какой-то единый проезд. Я переживаю за то, что люди из Садового района и люди из Нового города, где сплошь социальное жилье, и у людей действительно нет высоких доходов, люди просто не смогут без пересадок добраться до важных, так скажем, улиц и до частей города, да, там жители Нового города, по-моему, даже со второй больницы не смогут добраться, если меня не ошибаюсь, если меня не изменяет память. Для этого нам необходимо для начала ввести единую какую-то транспортную карту, не такую, которая она есть сегодня, да, когда ты зашел в маршрутку и оплатил, другую маршрутку еще раз оплатил. Нам вот приводили примеры с Москвой и с Казанью, но там сделано таким образом, что ты покупаешь на один день проезд, да, ты приобрёшь 60 рублей карточку, и весь день на любом транспорте есть. Вот тогда, да, тогда действительно можно говорить о какой-то оптимизации, брать какой-то маршрут, тогда действительно можно будет. Но в первую очередь нужно позаботиться о благосостоянии граждан, и чтобы вот это вот, так скажем, наше глобальное изменение не ударило по их карманам. Что хотелось бы еще добавить? А по маршрутам конкретно, да, если говорить, то 65-й маршрут, конечно, меня, так скажем, беспокоит в плане того, что люди не смогут добраться до получается, стадион «Спартак», Чебоксары-арена, а их, собственно, ничего тогда и строили. 60К у нас не представляется альтернатива добраться в центр города, к сожалению. И 63-й маршрут, там, где мясокомбинат, там, где огромное количество предприятий, около 300 работников и 2 дома. Я считаю, что мнение этих горожан необходимо в первую очередь учитывать и
и дать им обязательно альтернативу или же сохранить эти маршруты для того, чтобы они смогли спокойно передвигаться по городу. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Да, и все, и идет по списку. Хорошо. Все вот, кто поднимает. Здравствуйте всем. Я житель города Спасар, проживаю в микрорайоне Соляной. Мой фамилия Михаил Олег Михайлович. Я пенсионер, но я больше не буду говорить. Дело в том, что автобус 24-й открыт был для детей. Садик ходит, в школу ходит. В то время, когда открывали мы, проживало 1000 человек, из них 400 детей было. Они учились. И сейчас учится 30-я школа по улице Николаева, 33-я, 35-я, 38-я школа и 10-я. Когда открывали, там все сходят или нет. Когда открывали, мы разов 5 ездили. У всех директоров взяли расписание. Чтобы узнать, сделали расписание, которое, как говорится, в то время уже подписано, час один день. Но утром до улицы, как говорится, не улица, а энергозатель короткий делали, чтобы детей повезти. В то время 1000 было. Вот сейчас дома строили. 6 домов пятиэтажных построили. Но 1 сентября заселится. Я не знаю, как будет в Лиге, если убирать. Я не знаю, 24-й будет называться, 100-й будет называться, но автобус нельзя убирать от этого. Пешковники, самые, как говорится, быстрый вход до энергозачастки 30 минут. Что, ребенка погонишь? А сколько еще в садик? Сейчас не ездит в садик. Потому что, это, как говорится, выходные там. Ну, не выходные, но каникулы. Если все пойдут. Я не знаю, в списке, вот вы покажите, нету там у нас 24-й. Вы там, наверное, и не были, и не знаете, где 24-й, потому что иногда приходишь в администрации, говоришь, где живешь? Проезд Совета, а где есть? Я точно говорю. Это дыра. Вот у меня документы есть, да? Тротуар 10 лет строится. А жили сейчас землю куряют, тротуар нет. Я просто хочу. 24-й должен быть. Все, давайте. Не обязательно будет 24-й, но в любом случае там будет автобус, и мы сейчас правильно строим там. Сейчас предстоит переселение четвертого этапа, которое состоит, должно состояться.
ужин и продажи. Он считал количество людей. Вы не ушли от дела. На некоторых остановках это энергозапчасти расписали было неверно. Поэтому некоторые люди, большинство жителей Соленова, пропускали этот рейс. Дальше вы говорили о безопасности. Это промзона. С ней ничего не сделаешь, мне ничего не построишь. Там не пришли, которые как сердце за счет нажимается, когда ребенок зимний гриф, дополнительное понятие. Там 5 железных приездов. 5, 7 даже. Я вот там много жизни. Дальше послушайте, краски с эмоциями, они смеются. Там нет садиков, там нет школ, там нет магазинов, там нет банкомат, нет аптек. Давайте дальше. Можно я тоже, как житель Соленова, продолжу ваши первые? Лайка. Там нет даже кнопки вызова полиции, если что-то случится. Там нет Сбербанка, там нет аптеки, там нет ничего. Мы знаем, как строятся в новых районах школы и сады. В ближайшие 10 лет там не будет садиков. Мы просим вас пересмотреть машину 24-й. Да, и вы предлагаете 41-ю машину. Да? Тем самым вы лишаете нас возможности. Давай. Нет, попросили, давайте смотреть. Попросили, мы будем дальше рассматривать. Это сейчас, что 24-й, что 41-й, у него одинаковый правовой статус. И просили, мы будем рассматривать, вот что вы используете. Я житель города, вот, кстати, поддержу девушку, да, меня и мою семью из 4 детей, 2 из них несовершеннолетних, папа инвалид 1-й группы, впереди из Батарки, микрорайон Соляная. Фактически депортировали промышленную зону, где нет, как сказала девушка, абсолютно никакой транспортной инфраструктуры, до садика 2,5 километра, до школы 3, больницы. Тем более, дорог нету, одни обещания и так далее. Так, по математике. По поводу общественных обсуждений. Всеми правдами и неправдами, я в социальных сетях, там, ФБ, у меня есть своя группа и так далее, я пытаюсь как-то осветить эту проблему давно. Я им говорю, даже написал официальное обращение в администрацию города через общественный прием.
Давайте проведем определенный сход. Я был инициатором этого схода в поселке Алтайнакешево. Это 14, 15, 16, 17, 18 июля. Мне ответили: Юрий Алексеевич, валите, пожалуйста, в Сосновку. И там проводите публичные обсуждения маршрутов. Мама, дорогая, постучите в руку, Юрий Алексеевич. Сделать документ по планированию. Обсуждайте, пожалуйста. И ваше обращение. И дальнейшие действия. Тематика моего обращения была оставить 63-й маршрут. В итоге Юрий Алексеевич провел одиночный пикет. 4 дня проводил одиночный пикет и параллельно собирал мнение жителей по поводу 63-го маршрута. Основная часть населения, ну, которые пользуются этим маршрутом, это в основном молодежь, девушки и так далее, говорили, этот маршрут очень нам удобен, его надо оставить, он связан очень большим. Два больших микрорайона. Микрорайон — это поселок Альмешево, Мясокомбинат и Северо-Западный район. Вот, сейчас немножко связывание. Он не нужен, альтернативы абсолютно никакой не представляет. И мне при проведении этого мероприятия задавали вопрос: Юрьевич, а почему убирают, в связи с чем? Ну, я говорю, я, может быть, мои умозаключения определенные. Это происходит перераспределение определенного бизнеса. Одного отбирает, другого своего сажает, который поставит ИТК и будет финансировать администрацию города и какие-то непонятные коммерческие организации ИТК. Восстановим следующий момент, умозаключение по поводу того, что ликвидируют маршрут. Поднимем с колен троллейбусное управление. Мама дорогая, что там поднимать? Одни развалюки. Поставьте сперва нормальный троллейбус, и так далее. Лучше Юрий Алексеевич, все. Спасибо. Я предлагаю все, что там было, оставить. Этим товарищам вообще ничего не платить. Спасибо. Следующий. И что самое интересное, заметьте, как Канаш, с учетом количества людей, платил 8 рублей за жителя. Ну, давайте не планы. Ну, это больно. А у нас тракторы где? Представьтесь. Да, и, пожалуйста, соблюдайте кредит. Еще один кредит, хотя слава культуры, главный художник города. По поводу обсуждаемой сегодня проблемы, я могу в одном согласиться с городской администрацией, это очевидно, что мы должны оптимизировать перевозку. Безусловно, время такое, и надо сказать, эту тенденцию мы не можем остановить. Почему я поддерживаю в этой части? По той лишь причине, что мне посчастливилось работать над развязками, над проектом дорожных граждан, которая является резервной, тогда являлся резервной дорогой, и даже на 30-й дорогой мне посчастливилось работать, которая глобально проектирует города, важно дорогу. Да, за это время тенденция нас нагнала, накрыла, интенсивность перевозок возросла. Очевидно, совершенно очевидно, что государственные и прогосударственные предприятия не справляются с объемом перевозок. И эту нишу заполнили, естественно, частные перевозчики. Теперь же, я как понял из доклада уважаемого института, эту тенденцию хотят направить в определенное русло. Пользу опять прогосударственных организаций. Лично я выступаю за то, что решать должны мы и рынок. Да, я за организацию. Но тут самый важный момент. Не самого проекта, это очевидно, что оптимизировать перевозки нужно, а уровень доверия к администрации. Я работал в трех администрациях. С Игумном Анатолием Александровичем,
это наша звезда города, Зимельянов. Я могу сказать, атмосфера, рабочая атмосфера тех администраций была иная, уровень доверия был иной. А вот я могу сейчас полной уверенностью сказать, что это сидят люди, которым я абсолютно не доверяю. И на то у меня есть основания. Эти товарищи освоили велодорожку, снесли, вот один из проектов, снесли, значит, все лодочные станции. 2 года мы заваливаем, как он называется? Спасибо, продолжим. Общественные приемы, послушайте, общественные приемы в Москве и так далее. И вот так они решают все вопросы. 2 года. И тоже оптимизировали, и тоже для людей. Они решают интересы одной группы лиц и ущемляют интересы другой группы лиц. Спасибо. Я предлагаю Добрый день. Сидорова Ирина Николаевна. Я жительница города Чебоксары. Я не закрываюсь. Я внимательно прослушала доклад мнений выступающих. Они все разные. Я понимаю боль транспортников и наших учетах и боль общественного транспорта городского. Вопрос этот очень болезненный. Но я просто хочу сказать, что в ходе дискуссии не прозвучала тема пассажирской безопасности. Я как пассажир пользуюсь не транспортом, вообще не троллейбусом, не автобусом, не маршрутом. Мне тоже понравилось. Но надо чаще обратить внимание. Я хочу обратить внимание, что на общественном городском транспорте осуществляется доверительный осмотр. Что это значит? Это технический осмотр и медицинский осмотр водителей. То есть я как пассажир, пользуюсь общественным транспортом, я чувствую себя более комфортно и защищенно. Поэтому я считаю, что вот этот вопрос должен быть приоритетным при выборе автобусов средней нестимости для того, чтобы обезопасить путь пассажиров по нашему городу, чтобы было всем комфортно и удобно. И хочу, чтобы все-таки жители наши, я думаю, мы все любили город, нашли правильное решение, чтобы все были. Все мнения были учтены. Спасибо за внимание. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста. Зотов Сергей Борисович. Общественный деятель правозащитника. Вас не будет перебивать. Да, отлично. Вот 2 оратора здесь упирали на то, что ездили в Казань, опыт перенимаем, все нормально, хорошо. Но почему 7 миллионов отправили в Санкт-Петербург? Правильно, в Казань, там подешевле. Они, кстати, насколько мне известно, вот тоже этот же вот проект был, только за 6 миллионов. И только в Казань по 2 раза больше, чем у нас. Хорошо, назовите цифру. В Казани сколько денег ушло на такой проект, как вы здесь реализовали? 2 миллиона, а последний раз, в 2 раза, это было 25-15 миллионов. А почему нам скидки такие? За что? Проверим, будете отвечать эти солдаты сейчас. Я не привык, да. Молодец. Так вот. Значит, это мы выйдем, да? Понятно. Есть информация, что вот он график крышует. Таксист. Маршруты, прибыльные доходные маршруты распределяйте своим людям. Вот у нас здесь сейчас вот сидит у вас по домашним арестам. Савельев, начальник отдела. Почему не послали его сюда? На него тоже посадили начальника отдела. Сейчас вот этого посадили Савельева и его заместителя Сорокину, Лену. Говорят, у них интимные отношения. Что творится вот здесь? Сотопный коморок в этой администрации. А почему у вас дырка мне заму прислали? Секундочку, вы давайте вот немножко говорите, но не задавайте. Смотрите, да. Ну,
Вы не дергайте микрофон, он включится. Вы когда дергаете, он выключается. Спокойно. Вы надо перебивать, не надо. Вам слово дадут потом. Послушайте, вы говорите по документу планеты. Я руки у вас стоит. Начальник отдел Василий. Заместитель сидит. Все сидят. Слушайте, я прошу прощения, вы по документам планерки говорите, я буду не говорить. Да. По документам. И воруют, воруют, вот в чем вопрос. А потом говорите, на троллейбусе не хватает деньги. Парк загнулся троллейбусной, воровая не надо. И тогда хватит всех денег. Вот по поводу всех вот лоббированных троллейбусов человек здесь, который. Да, насколько мне известно, приехал автобус, наш троллейбус специально с работниками, которые хлопали, сидели, вот ему хлопали. В рабочее время приехали, зарплату сейчас получают. Давай вот прокурор. Вот нам слово дать прокурору. Он сейчас резюмирует, скажет, да, народ прав, чиновники не правы. Будем сажать, будем тюрьмы, где посадки? Документы планируют, не обсуждаем. Уважаемые. Коррупция. Коррупция? Заплатили лишнего. Непонятно кому что. Места в них не было. Мы привлекаем мать местным к работе. И местным работаем, мы это работаем. Вы мне говорите? Такие вопросы обсуждались давным-давно, и они будут обсуждаться. Ура! Это не понятно. Но я выступила сейчас в пользу нашей администрации. Да. Скажите, мы тут плохо живем, но самым детям. А кто? Плохо! 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 Мы не кушаем. Да. Мы одеваемся. Пять лет назад одевали. Знаете что? Мы не уважаемые водители, маршрутчики, обращаюсь к вам. Хочу вам сказать, вы, наверное, очень сильно обнаглели. Молодец! Исключительно как пассажир и за интересы пассажиров.
и не лоббирует ни интересы ни одного перевозчика, ни администрации, ни института. Но я считаю, что нужно уважать тут всех, стоит населить, понимаете, все люди работают. Поэтому давайте уважительно относиться друг к другу. Это первое. Второе. Как говорится, без прошлого нет настоящего. И я хочу сказать, что та ситуация, которая сложилась, надо посмотреть, почему она сложилась. А вот в одном предложении я хочу сформулировать следующий вопрос. Эта ситуация сложилась из-за отсутствия в течение 15 лет понимания со стороны организаторов перевозок в необходимости сохранения общественного транспорта. 15 лет транспорт общественный гнобили, уничтожали, а теперь так и говоря, хотят это установить. То, что сегодня, ведь изначально я с 91 года, 90 года занимался в том числе общественными перевозками, может быть, не так много заметен, как другие, но тем не менее я был недоряд. Я могу сказать, что изначально маршрутные перевозки, они подразумевались как дополнение к общественному транспорту. А его сделали заменить. И сегодня, господа, организаторы перевозок добили того, чего они должны были достичь. Это хаос. И вот я вот депутатов послушал, они как секундочку, не перебивайте меня, я не буду говорить. Я послушал депутатов, но они красиво все хорошо говорят. Только я не совсем понял, если целенаправленно денные ножки думали о пассажирах, то почему вы такого коллапса дошли? До подброса двух предприятий. Уничтожить два предприятия. Я хочу напомнить, в 2002 году еще наш автотранс имел 50 миллионов прибыли, когда начались оптимизации все возможные. Сегодня 250 миллионов убытков. Троллейбусный парк непременно нужен, и не надо говорить, что троллейбусы не пользуются. Давайте слушайте и меньшинство тоже, и большинство. Потому что на сегодняшний день меньшинство тоже имеет право голоса. Вот, кстати, сложилась ситуация идеальная на 49-22 маршруте. Когда хотели закрыть 49-й, открыли 22-й. И сегодня пассажир голосует рублем комфортно. И я хочу, чтобы именно на всех маршрутах было так, чтобы было у пассажира право выбора. А выберет он это было. Что касается депутатов. Мы все хорошо делали, все хорошо. Если хорошо, то почему коллапс? А если плохо, то почему вы до этого допустили за 15 лет? Но это, как говорится, в прошлом, и сегодня все-таки мы обсуждаем документ планирования, который, как известно, требуется по 220 ФЗ. Хотим, не хотим, его нужно принять. И организаторы переводов, все администрации примут в любом случае договор. И вот сегодня очень важно, что они примут и как они примут. К сожалению, я тоже согласен, что я уважаю работу института, наверное, это очень большая колоссальная работа, но, к сожалению, в этой работе учтены очень многие моменты. Я не хочу говорить, тот маршрут, тот маршрут. Много вопросов, много нюансов каждый человек примет. Да, сегодня создалась определенная система. Господа, я как пассажир могу сказать, не надо революции, вы ломаете транспортную систему. Что такое закрыть 20 маршрутов и организовать 18? Это признать полную несостоятельность той работы, которую вы делали 15 лет. Каждый маршрут открывался, посмотрите, почему он открывался. Для улучшения качества обслуживания пассажиров. Сегодня вы закрываете маршруты 450-500 пассажиров за час. Человек проголосовал. Да, есть альтернатива, дайте альтернативу. Не надо. Троллейбусный парк нужно было сохранять 15 лет. Как говорится, ребенку воспитывают уже с первого часа, а не 15, после 15 лет рождения. Сегодня вы, к сожалению, очень сильно опоздали. Но тем не менее. Тем не менее, эту работу нужно проводить. Я тоже считаю, государственный транспорт должна быть ниже государственного транспорта. Но что касается документов планирования, я бы не стал вопросы и так далее, просто тезисно. Тоже много недочетов, нестыковок, необоснованных, нелогических решений. Вы смотрите, потом посмотрите, как не надо сейчас дискутировать. Например, четвертая группа маршрутов. Вы потеряли 400 пассажиров после реформы. У вас было 1461, стало 1081. 400 пассажиров, они же не могли рассмотреть, значит, они куда-то должны перейти. Вы их просто забыли куда-то. Дальше, я считаю, совершенно верно было сказано, некорректно было, закрою такую маршрут, закрою это. Нужно было заново говорить, будет один маршрут, посмотрите, 61-го они перестали. А может, и стороной оставим 61-й период? Понимаете, вопрос в чем? Вопрос, может быть, это правильно, а я вам скажу, а давайте 32-й оставим, а 61-й берем. А то вы скажете, понимаете, вы сами создали вот этот ненужный ажиотаж, который сегодня в этом зале находится. Дальше, посмотрите, вы говорите, государственный перевозчик. Закрываются. 1, 10, 16, 18, 25, 24. Это маршруты Чуваш-Автотранса. Это маршруты средней вместимости, которые сегодня ходят по городу. Вы закрываете автобус средней вместимости для того, чтобы открыть маршрут средней вместимости. Куда это, понимаете, господа? Почему это происходит? Согласно ваших расчетах, они правильные абсолютно. Но они получается что? 6 маршрутов Чуваш-Автотранс. Вот я только из документа планирую, потому что у нас есть первый маршрут. Так как сегодня Чуваш-Автотранс организованы перевозки, так их никогда не организовывали. И как никогда не организовывали. Мы поэтому загубили перевозочный процесс государства. А вы хотите искусственно его возвращать. Вот. Поэтому 6 маршрутов закрыто. Опять же, 41 маршрут. Совершенно верно. Целевой, очень много говорили. Целевой. Наверное, да, это боль каждого. Каждый сидит, хочет выйти.
дают. Остальные 41 маршрута. Посмотрите схему движения. Чтобы попасть на вокзал, нужно ехать через трактор замок. Глупости несусветные. Понимаете, опять, причем, проанализировал, я посмотрел. 41 маршрут вы уменьшаете количество, а продляете его еще дальше. И оставляете автобусы на пассивности. Объясните мне логику. Я вот не понимаю, что это перевозчик с 90-го года, с 25-летним стажем. Дальше вопрос. Вы делаете маршруты замены маленьких автобусов на среднем, 15-32 и 35, а оставляете на 46-м малый, причем закрывая 10-ку. Я не знаю, может, там будет не выгодно. И 44-й. Получается, что вы хотите коня и трепетную лань запрячь в одну телегу и ехать, как говорится, в одном расписании. И самая главная проблема, когда она выступает опять друг к другу. Знаете, почему образовался? И несоблюдение расписания. Отсутствие единой схемы движения транспорта. Поэтому это позволяет маршрутчикам ехать впереди троллейбуса и собирать пассажиров. Это недоработка администрации. Я уверен, что с договором прописана вся эта ситуация. Абсолютно прописана, что можно бороться. Но в моей памяти тут два случая. Когда 57-й маршрут закрывали 10 лет. И когда 49-й маршрут, по понятным причинам. А больше никакие меры. Вы понимаете, что закрыть маршрут проще всего. Да масса, абсолютно масса всех решений, которые можно навести порядок. Вплоть до раздражения контрактов, понимаете? Это много, это превышение скорости, это перегрузы и прочее, прочее. Но я хочу сказать, что абсолютно верное решение по укрупнению парка. Понимаете, если сегодня сидели, чтобы сильно вас не затратили, как говорится, не задерживать, потому что сегодня все-таки основная задача пассажиров, да, то есть основная задача транспорта, это комфорт, безопасность, доступность и регулярность. Когда мы закрываем 20 маршрутов, мы полностью режем. И, к сожалению, в документе планировать абсолютно отсутствует четкое логическое понимание, что будет завтра. Закройте, если я хочу сказать одно, вы администрация, да? У вас есть право принять решение, вы заказчики. Если вы считаете правы, сделайте так. Но я уверен, что в этом случае как раз наступит коллапс. И все люди озабочены тем, что они не понимают, что будет завтра. Если человек четко и ясно поймет, что завтра будет не хуже, он двумя руками проголосует за это. Потому что все переживают за детей, за безопасность и так далее, так далее. К сожалению, четкости нет. Вот если не запаскет, я хочу сказать, не переживайте вещи, говорю, никого не критикую. Да? Интересно будет послушать. Секундочку. 5 минут. Вот. Или неинтересно. Проблема я понял, что у меня есть коротких предложений. Первое. Это создать рабочую группу из перевозчиков, заказчика, надзорных общественников по выработке плана дальнейших действий. В какой форме это работает? В документе планируем указать этап реализации и показатели, которые нужно достичь, а не так с кондачка, с октября месяца все сломать. В том числе и по снижению аварийности. Это должно быть прописано. Должен быть ответственный человек, должностное лицо, который за эти показатели должен быть отвечать. Дальше. В документе планирования все-таки рассматривать границы Чебоксарской агломерации. То, что сегодня пригород, то есть люди сказали, Минтранс не готов, извините, 2 года назад уже документ планирования должен быть. И то, что Минтранс это дело проливал или не смог, это, наверное, проблема Минтранса. И лучше подождать полгода. Это должно быть как американская конституция. Принятые 200 лет не меняют. А вы меняете правила каждый день. Поэтому перевозчики, к сожалению, не верят вам. Это тоже очень важно. Найти. Дальше. Пойти по пути сокращения маршрутов. Сокращение, это не сокращение маршрутов, сокращение самих маршрутов, но привлечение их вместимости. Понимаете, давайте сегодня сохраним те маршруты, которые есть, но уменьшим количество. И на первом этапе хотим, чтобы не создавать хаос. А потом в процессе отсеки посмотрим через 5 лет, что будет дальше. И все-таки при ГИБДД создать отдел надзора по соблюдению водителей транспортных задач. Спасибо, давно говорили. Спасибо, Владимир Владимирович. На самом деле 70% ваших предложений содержится в документе планирования. Его надо просто более качественно и детально изучить. Вот те же самые предложения, о которых вы говорите, они содержатся в документе планирования. Содержатся. И вопрос там, смены средней на средний класс, ну, конечно. Когда более рентабельный маршрут меняется, там, менее рентабельный маршрут, меняется маршрут так, чтобы он и обеспечил пассажиров поток, а при этом был рентабельный для перевозчика. Ладоговский, что ли, все-таки? Ладоговский, наверное. Вот главный основной момент для принятия документов планирования. Как раз эти факты. Их надо посмотреть на видео предыдущих. Добрый день, Анна Николаевна, житель города Чебоксара. Я бы хотела, чтобы при принятии решений учли и небольшой такой момент. Я сама являюсь матерью маленького ребенка, и для меня очень важно, чтобы общественный транспорт был удобным, достаточно вместительным и
доступным для всех категорий граждан. Я хочу, чтобы я смогла спокойно пройти в общественный транспорт с коляской и с маленьким ребенком. Если же с малогабаритным транспортом этого мне практически никак не позволяет, не говоря уже о инвалидах, для которых вообще практически никаких поручней нет, то транспорт общественный с большими габаритами, в принципе, пройти достаточно легко и просто. Поэтому я бы хотела, чтобы этот факт тоже учли, и все-таки оставить и предоставить нашему городу транспорт с большей вместимостью. Да, он ломается или с коляской никуда не доедет. Древний троллейбус. А потом ребенок вылез. Чего? Нет, вы что, идите. Меня зовут Я все-таки хотел сказать свое мнение. Я полагаю, что сегодня все-таки решается вопрос, который упомянул один из депутатов. Это раздел бюджета 15 миллиардов рублей. Понимаете? Вот это основной вопрос, почему администрация на сегодняшний день принимает такую программу. Дело в том, что бюджет города составляет на сегодняшний день 10 миллиардов. Вот денег не хватает ни на троллейбусное управление, ни на автопарк и так далее. И вот административным методом они хотят поделить рынок. Распилить, это называется. Сразу микрофон. Зачем выключать микрофон? По поводу проекта наших питерцев. Питерцы, я полагаю, вот в тезисе они допустили ошибку, когда сказали, что у нас развитая транспортная инфраструктура, то есть дорожная. Я вот полагаю, что в городе как раз не хватает вот этой развязки транспорта. У нас, если посмотрите, два моста, террористы забудут, город ставит. Понимаете, поэтому происходит дублирование маршрутов. Это естественно. Вот кто в городе живет внутри, тот понимает, что мы ездим по одним и тем же улицам. И вот это они как бы лечили. Естественно, они работали в течение одного месяца, и вот этот они принять нас не смогли. Спасибо за внимание. Да то переняли всех. Спасибо. Так, у нас дальше Беляев хочет выступить. Дальше еще. Так, ну секундочку, подождите. Только еще я прошу коротко. И остальных выступающих лучше сидим уже, подработаем. Не торопимся. Уже надо вечер. Не торопимся. Да, любим, здоровимся. Беляев Сергей Валерьевич, житель города Чебоксар. Житель Северо-Западного района. Я понимаю всех, кто высказался, например, по теме закрытия маршрутов. Я поддерживаю всех пассажиров, которые много высказались в отношении, скажем, своих проблем в случае отмены каких-то конкретных маршрутов. Я не хочу останавливаться на цифрах, хотел бы обратить внимание, что проблема сегодняшнего публичного обсуждения только в том, что действительно люди не увидели истинного труда, за который бюджет заплатил 8 миллионов 100 тысяч рублей. Если я юрист-правозащитник, поэтому по моей деятельности вынужден участвовать в том числе в оценке регулирующего воздействия данного проекта документа планирования, поэтому могу сказать, что вот все, что можно было нарушить по процедуре оценки регулирующего воздействия, администрация во всем совершила всевозможные нарушения. На сайте оценки регулирующего воздействия вот этих слайдов, которые нам сегодня показали, никто не видел. Но из-за того маленького, скажем, из той маленькой крупицы информации, которую я сам лично наговорял, то я могу сказать, что документ планирования попахивает в кавычках очень нехорошими последствиями, в первую очередь для пассажиров. То, что администрация никогда не учитывала мнение перевозчиков и считала их очень с давних пор каким-то элементом, который всегда можно иметь, сгибать, нагибать и его использовать. То я могу сказать, что уважаемые депутаты выступали и говорили нам всем, что мы достигли вот того, что мы имеем такую маршрутную сеть. Вопрос, вы ли это достигли? Они сделали ли это перевозчики, которые 15 лет после обрушения государственных перевозчиков всех пассажиров обеспечили вот этой сетью? Это не ваша сеть. Это сеть, в том числе построенная самими перевозчиками. И если нам говорят, что сегодня, до конца июля мы принимаем документ планирования и тут же начинаем приступать к мероприятиям по его реализации, да, я
Напоминаю про видеорепортаж, видеоинтервью, получается, вновь назначенного отдела, начальника отдела транспортного обеспечения и связи администрации города.